Программу «Жилстройсбережение» в республике продлили до конца 2023 года. Соответствующее постановление утверждено накануне на заседании правительства Башкортостана. По действующим условиям граждане, чтобы получить льготный жилищный займ от 5,5 до 7% годовых, должны открыть накопительный вклад в одном из банков-партнеров и вносить ежемесячный платеж не менее 3000 рублей в течение 3-6 лет. К каждому взносу участника государство добавляет 30% от суммы вклада. По новым правилам жители смогут досрочно выйти из программы и оформить льготный ипотечный кредит, используя средства на счету и сохранив бюджетную премию. Однако сделать это смогут те, кто копил на жилье не менее года. Сейчас к участию в программе «Жилстройсбережение» подключились уже 10 тысяч жителей республики. Привлечено более 1 миллиарда средств граждан, почти 3 миллиарда банковских средств и 283 миллиона рублей государственной поддержки. Программа здесь, на мой взгляд, она играет очень важную роль. Во-первых, дает возможность людям накопить на первоначальный взнос, да, плюс дисциплину вот эту свою отладить, ну, как бы накопление и взносы ежемесячного. Не каждый же к этому приучен. Вот. Плюс, ну, соответственно, для нас второй плюс, что в жилищно-строительный рынок привлекаются деньги, да, банковские, граждан. Нововведение также предусматривает субсидирование в размере 3% пунктов от банковской ставки участника программы в течение одного года и упрощение процедуры оформления.